Давайте, шлюки, давайте, расслабляйтесь! Расслабляйтесь! Право, поляк, хватит! 24-й! Право, поляк, не расслабляйтесь! Начать! Можно дальше, давайте! Давай дальше, вперёд! Можно дальше! Владимир Сиров, он получает желтую карточку, составит протокол. Хорошо, хорошо! Хорош, Саша! Можно! Всё, отскочи, Жень! Да,
Вот мяч. Надо меня крыть! Шире! 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 Скачите, его отдать некуда! Бля, мужики! Давайте, парни, давай, давай! Четвертый командный фол Аполлон. Четвертый фол, пацаны, внимание. Вась, сколько осталось? Вась! Ник, Ник, узнай, сколько осталось? Миша, давай ближе, ближе. Ближе будет, прошу. О, дай! Не верь! Не верь! Не верь! Не верь еще! Вот он, пол! Восемь минут остается до завершения поединка между командой «Казаки» и «Аболонь». Александр Падун делает счет 3-0 в пользу команды «Аполлонь» на 33-й минуте матча. Давай,
Просто, блядь, убирайте, ёба! Рукой там. Так, а фол, Вась! Нет, сам такой. Был фол? Так, подожди. Стой. Кто? Он за руку дал. У кого? Второй командный фол «Казаки» и 4 фола в «Оболоне». На 39-й минуте матча Николай Кузьменко делает счет 4-0 в пользу команды «Оболонь». 39-й. Фол. Оболонь. Шестой фол будет пробиваться с 10 метров.
попробовать.